привет, меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Ой, ранёхонько, сейчас 7 утра, и я встала пойти посмотреть, как у нас тут дела, как у нас обстоят дела, и солнышко сегодня как-то мало, вот что-то там проглядывает, но так и пасмурно, небо все серое. И что я увидела? Не люблю я этих всяких таких животных, всяких гадов. В общем, у нас такая огромная на лягушка около забора. Сейчас вам покажу. Жаба, наверное, даже. Вот, смотрите, какая огромная, противная. Ужасно. И она большого-большого размера, если честно. Не маленькая. Я даже испугалась, я не ожидала увидеть. Сразу вспоминаю, увидев такую жабу, сразу вспоминаю сказку «Дюймовочка». Помните, вот мне кажется, что вот как раз такой вот жаб, который хотел жениться. Или мамаша, которая хотела своего сыночка жениться. Видите, какая страхолюдная. Ужас. Ну, может, она, конечно, не страшная, но противная, ребят. Я не люблю такие вещи. И вы знаете, что они ядовитые, кстати, ко всему. Еще ее морду лица сниму поближе. Еще и дышит, глазками моргает. Надеюсь, что она на меня не прыгнет. Ну, такой мини-бложик. Спасибо, кто посмотрел. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока-пока. Чао.